Всем привет, меня зовут Мария, добро пожаловать на мой канал. Я, если честно, сейчас сидела, выбирала, на какую из двух подготовленных мною тем снимать это видео. Фавориты декоративной косметики уходящего года или же вот пустые баночки. И решила, что вторая тема будет более символичной в плане... Хочется избавиться, оставить все эти пустые банки в этом году и не тащить их в новый 2023 год. Поэтому будем смотреть и уже избавляться. Кстати, фавориты здесь тоже есть, все покажу. Начну я, пожалуй, вот с такого крема очищающего фирмы Cetaphil. Покупала на сайте iHerb для нормальной сухой чувствительной кожи. Он очень похож на крем фирмы CeraVe с зелененькой крышкой для сухой кожи, который не мылится, ну, соответственно, не пенится, как и этот. Но, знаете, он классный в том плане, что какого-то ощущения жира на лице после смывания водой не остается. И скрипа нет, но и масла нет. Такое приятное ощущение напитанной, мягкой, увлажненной кожи. Мне кажется, для сухой, для возрастной кожи, для какой-то... проблематичный, в смысле чувствительный, он очень хорошо подойдет, особенно для утреннего умывания, чтобы ну, какие-то там остатки после вечернего ухода снять. Возможно, для вечера его будет маловато, потому что ну, он действительно не пенится. Хотя здесь именно нет пенящихся павов. Я так предполагаю, что именно очищать кожу, он очищает так же, как и мылящиеся средства. Просто по собственным ощущениям нужно уже... к таким средствам привыкать или не привыкать, ну, как их, нравится, кому нравится, кому не нравится. Но мне понравилось. И, кстати, Cetaphil есть, мне кажется, это аптечный бренд, тоже американский, да, какой-то. Сделано в Канаде, кстати. Есть не с такой, не с голубенькой, а с синей крышкой. Он, по-моему, для нормальной какой-то более жирной кожи, вот он пенится. А этот кремообразный. Но стоящее средство мне понравилось. Также у меня закончился гель для очищения лица, это уже пенящееся средство фирмы Clinique с сиреневой такой крышкой, это для смешанной, нормальной и сухой кожи. С зеленой крышкой, кстати, для сухой, очень сухой кожи я когда-то брала, но в этот раз решила ну, такое, взять что-то более очищающее, как мне кажется, не совсем нежное, ну и стратила 200 мл. В принципе, удобная упаковка, если есть хорошая скидка где-то, я клиник всегда беру, мне эта фирма нравится. Ну что, больше нечего сказать. Классное мыло. Закончился тонер фирмы Ionique. Вот, у меня есть еще одна тема видео. Мои разочарования с iHerb вообще в таком роде. Их просто не очень много, не знаю, выделять ли отдельное видео или как-то мне это собрать еще с чем-то интересным. В общем, вот этот вот тонер... тоник, как он, тонер витаминный, мне он не понравился из-за своей консистенции. Ну, в общем-то, это то средство, которое я доиспользовала. То есть он мне не понравился не настолько, чтобы его, например, от него избавиться, но с тем, что я больше его не куплю. Слишком гелевый, слишком густой, и если как-то интенсивно разносить по коже, то он даже как вот, ну, не пенится, а, да, такая... белая какая-то, ну как пенка что ли. Я, конечно, приспособилась к нему, аккуратненько на кожу наносила буквально одним движением. Ну, я поняла, что мне нравится более жидкий формат тонеров. Гелевый, но более жидкий. А этот такой вот, кстати, там капелька какая-то у меня осталась, наверное, не видно, как оно льется. Консистенция серума, именно из-за этого. Но, наверное, как продукт в целом он-то неплохой. Здесь вот 45% гиалуроновой кислоты, каких-то какого-то хипопая рамдонес, не знаю, фрукт, какой-то фрукт, короче, 5% витаминные. Я много средств пробовала этой фирмы, Ionique, и в целом мне она очень нравится, то есть и крем, и серумы, но именно этот тонер, тоник мне не понравился, и я его не буду повторять, хотя... вот этот вот объем, какой здесь объем, кстати, он какой-то реально большой, наверное, тоже 200 мл, если не будет, 200 мл. И вот эта консистенция, которой нужно, ну, действительно, две капли, ну, наверное, год можно пользоваться, то есть для сохранения бюджета отличный вариант. Фирма Isn't3, эссенция, 8% АХА кислот, здесь именно молочная кислота для нормальной и сухой кожи. Несмотря на 8%, даже на моей сухой коже
очень-очень она деликатно работала. Ну, в смысле, не раздражала, не сушила, никаких шелушений не оставляла. Кожа очищена. То есть я его, эту эссенцию использовала именно в вечернее время и не каждый день. Ну, там, 2 раза в неделю, иногда, по ощущениям, там, 3 раза в неделю, когда как. Мне понравилось. Здесь 100 мл хватило действительно надолго. Ну, мне кажется, кислоты всегда хорошо, а если они еще не очень такие интенсивные, да, там небольшой процент, такого пилинга можно и раз в неделю всегда делать, и будет отлично. Ну, то есть обычно я вечером, конечно, тонеры использую такие очищающие с кислотами, да, какие-то, такой легкий пилинг каждодневный в виде тонера. Но вот можно добавлять такого плана эссенцию, и тоже будет замечательно. Тем более, что для сухой и нормальной кожи она именно подходит. И не будет как-то кожу делать гиперчувствительной или раздраженной, или шелушений не добавит. Поэтому отличная штучка. Возможно, я ее когда-нибудь еще разочек повторю. Ну и удобно, опять же, что с дозатором. Можно наносить как на ватный диск, потому что она была такая достаточно жиденькая. А можно и прямо немножко на пальчики и, знаете, нанести там на какие-то зоны. Можно и на все лицо, в принципе, нанести, но не часто, особенно с сухой кожи. Ну, для жирной, кстати, кожи или какой-то проблематичной, да, там, с акне, это будет вообще, мне кажется, такая лайтовая вещь. Я не знаю, каждый раз я с этой жирной кожей, я не знаю, что вам посоветовать. Мне кажется, что вот, ну, если она на сухой коже очень деликатно, да, работала, то на жирной, наверное, еще деликатней. Фирмы De Alba у меня закончилось вот такое масло с белым трюфелем. Это масло, ну, такое, оно, по-моему, какое-то было, как они называются, типа сухое масло, да, не жирное. В нем еще были, кстати, они здесь немножечко видны, желтенькие такие гранулы, какие-то там витаминные. Ну, здесь уже ничего не осталось. Приятное масло. Можно закрывать им крем, можно добавлять пару капель именно в сам крем и наносить на лицо, для того, чтобы лицо еще более напитать, как-то оживить, не забивает поры. Вообще приятное, мне очень понравилось. Я брала когда-то вместе с этой их популярной сывороткой, не, как это, серум-сыворотка, да, такая со спреем. Она быстро ушла, а вот масло, здесь, по-моему, 30 мл. Ну, да, вот, кстати, написано, что это водяное масло. Ну, не жирное, да. Мне, в общем, ее хватило на очень-очень долго. Прям надолго. Потому что, ну, несколько капель обычно добавляешь. Ну, сколько этого масла нужно, да, на лицо, например. И, опять же, не каждый день хочется добавлять масло там, в крем или просто сверху закрывать крема. Ну, наверное, если лицо чувствуется, что такое пересушенное, может быть, какими-то кислотами, да, или пилингами, или еще чем-то, то такое... Такой вот сделать крем с маслом или просто добавить масло будет супер. Ну, опять же, в зимнее время хорошо. Ну, а я его повторять не буду в ближайшее время как минимум, потому что мне в целом сейчас достаточно, ну, моего ухода, просто кремы какие есть. Фирмы SeulCeuticals – это серум с витамином C, второй в этом году у меня. Первый был в начале года, ну вот сейчас в конце второй. Здесь, значит, содиум аскорбил фосфат, форма витамина С, да, не чистая аскорбиновая кислота, тем не менее, достаточно хорошо работает, здесь 20%, плюс феруловая кислота, гиалуроновая кислота. Мне он очень понравился, особенно его консистенция, вот она очень-очень жиденькая, поэтому, мне кажется, там уже ничего нет. Отлично подойдет для любого типа кожи, потому что моментально впитывается, не оставляет никаких следов, и, ну, утром я использовала, можно наносить дальше все что угодно, там крем, SPF и так далее. Не ощущается этого слоя витамина С. Ну, мне в целом не важно, я могла бы что-то более питательное наносить, вот, например, да. Но для жирной кожи, наверное, было бы классно. В общем, если я за год их 2 раза повторила, значит, это вообще супер. Вот такая пустая баночка, это масло Bio Oil. Оно продается как на iHerb, я его несколько раз, по-моему, с iHerb заказывала когда-то, и также Superfarm. Ну вот здесь на иврите написано, это конкретная бутылочка именно из Superfarm, просто давно у меня она стояла. Я покупала и после первых родов, и после вторых родов, когда спортом так усиленно занималась. Я не знаю, как оно работает, но действительно работает. Вот все, что касается там
предупреждение растяжек, или есть растяжки, или целлюлит, что там еще с кожей может быть. Просто подтянуть вот как-то кожу и более упругую сделать, какое-то вот качество кожи улучшается. Вот как только я добавляю это масло. Я понимаю, есть разные кремы, и прям классные кремы, но вот это масло, я не знаю, мне оно очень нравится. Не часто я его покупаю, эта бутылочка закончилась, сейчас я пока не предполагаю брать. Возможно, я именно вот возьму еще разочек летом. Неделю, начинаешь вот буквально неделю каждый вечер пользоваться, ну и все, кожа уже совершенно в другом состоянии. Классное масло, особенно после вот родов, кто приводит кожу в порядок, и какие-то есть там намеки на растяжки или еще что-то такое, то вот берите это масло, не пожалеете. Есть еще в маленьком формате, я и в маленьком брала, здесь 125 мл. Дорогое, но реально работающее и классное масло. Ультраувлажняющий крем фирмы Kiehl's. Очень понравился, никаких нареканий. Здесь 50 мл, достаточно долго я им пользовалась. Основной ингредиент у них сквалан, мне он очень подходит, ощущения на лице приятные. Я вообще, кстати, думаю, что фирма Kiehl's и средства у девчонок делятся, знаете, напополам. Кто-то очень любит, кто-то совершенно не любит и не подходит. Возможно, это именно из-за сквалана. Кому-то забивает поры и лежит пленкой ощущение, что кожа не дышит. Кто-то, наоборот, чувствует увлажнение. Вот я... Именно как второй вариант, я чувствую увлажнение, питание, какой-то пленки на лице не ощущаю. Ну, если бы я и назвала это пленкой, то я и назвала бы это даже, скажем так, защитой лица. И лицо защищено таким увлажняющим каким-то слоем питательным. Может быть, именно на моей сухой коже. Крем для век с авокадо фирмы Kiehl's. Тоже классный, отличный, делает все заявленное, отлично питает, увлажняет кожу в зоне век, не утяжеляет, какого-то суперплотного ощущения нет. И я им пользовалась в основном перед сном, но и утром иногда использовала, и также хорошо наносился макияж. Думаю, все вы его как минимум о нем слышали, как максимум пробовали. Классное средство, буду повторять. CeraVe я вам хотела показать. Смотрите, закончился крем. Он вообще как PM ночной. Кстати, у меня сейчас второй такой же. Ну, вот это огонь. Вот знаете, вот цена, качество, флакон какой вот этот удобный. Во-первых, туда воздух не попадает. Не нужно никуда не лазить ни пальцами, ничем. Есть классный дозатор. И заканчивается крем, ну вот прям полностью, да, и это не потому, что там как-то его выдавливаешь, а путем того, что выходит крем, и он сам по себе вот так вот стягивается. Супер средство, мне подошло очень хорошо для кожи, и как в вечернее время, так и утром перед макияжем отлично. Здесь и ниацинамид, и три вида этих керамидов, церамидов, и гиалуроновая кислота, в общем, что еще нужно. Как базовый, вот обычный такой питательный увлажняющий крем, мне кажется, супер средство, и думать не надо, если не знаешь, что брать, вот можно этот CeraVe брать, и супер. Особенно цена, я не знаю, там, я его брала, что в районе, ну, чуть ли даже и меньше, чем 50 шекелей. По скидке он был там, прям, мне кажется, 39 шекелей, что вообще, я не знаю, в наше время. Вот такой крем у меня закончился. Кстати, здесь есть, знаете, чуть-чуть у меня там буквально осталось. Это фирма Jade или Jade, кто как называет. Glow FX называется. Luminizing Perfecting Cream. Он, я его показывала в каких-то своих предыдущих видео про уходовую косметику. Вот я тут нанесла, наверное, видно или нет. Видите, как он сияет и немножко затонировал кожу. Он такого золотисто-розового цвета, я не знаю, видно его, видно на камеру или нет, вот это, что я говорю, вот этот участок, может еще получится взять. Ну, то есть это крем обычный увлажняющий, но при этом он как-то кожу подсвечивает и делает ее такой красивый, glow, сияющий, даже если не наносить тон, то уже и цвет лица выровненный, и такое сияние изнутри присутствует, и увлажнение. Прикольный.
Но непонятно мне всегда с таким кремом, когда SPF наносить, до или после, что с SPF делать. Поэтому я каждый раз думаю, нет, лучше идти по моей обычной схеме. SPF, тон и шалом, как говорится. А этот непонятно. Поэтому я его, вот эту миниатюрку, всегда использовала в основном утром, например, в шаббат. Да, если я никуда реально прям не иду, то нанес, остаешься дома и такой весь сияющий и красивый. Закончился у меня мой любимый, я уже заказала следующий La Roche-Posay, именно Age Correct SPF, он же крем, он же маска, я не знаю, что он же все вместе. Я его наносила с утра после серума, как SPF, как базу под макияж и увлажнение. Все, моя любовь, мне очень он нравится, прям очень он мне нравится, при том, что до этого крема я пользовалась в основном, ну, практически всегда корейскими, ну, азиатскими санскринами, и они мне очень нравились, но сейчас что-то я вот прям подсела на La Roche-Posay, именно по ощущениям на коже, они очень приятные, кожа напитанная, я не знаю, не остается, я просто заметила, что у азиатских санскринов, они мне все, даже которые для увлажняющей кожи, ее подсушивают. Я вот не знаю, такой какой-то эффект. А здесь консистенция именно такого плотного, как будто бы даже, ну не жирного, ну плотного, просто плотного такого крема, но который быстро впитывается и не оставляет кожу ну, слишком какой-то жирный, да? Я уже 100 раз сказала слово жирный. Все, надо брать. Обязательно. При том, что вот в этой квадратной коробочке, знаете, с таким носиком, поставлю подсказку, мне крем не очень понравился, я его тоже покупала, по-моему, даже не один раз, потому что каждый раз все говорят, он классный, классный, но моей коже он не подошел. А вот этот, при том, что он и от темных пятен, и антиэйджинг, то есть и от морщинок, по всем фронтам работает. Отличный крем для сухой и увядающей кожи. Хеймиш гидрофильный бальзам закончился, как обычно. Скоро я посчитаю количество банок и покажу вам, сколько я их за год истратила. Немножко покажу вам средств, которые у меня закончились для ногтей. И я их брала на сайте iHerb. Такая вот баночка стеклянная. Кстати, это швейцарский, мне кажется, бренд. Женева. Да. Мавала фирма для кутикулы. Ну, я его использовала, так скажем. Тут, кстати, может, чуть-чуть осталось. Он дорогой. Ну, относительно, например, обычных каких-то масел, да, для ногтей, которые можно купить подешевле, он такой какой-то был подороже. Неплохое качество, но я его больше повторять не буду. Попробовала. Ну, хороший, классный. Сколько здесь вообще? Всего лишь 15 мл. Что-то сверхъестественного не делает. Да, хорошо увлажняет, питает вот именно кожу вокруг ногтей, кутикулу, все аккуратненько. Но, не знаю, мне кажется, по такой цене можно купить вот несколько, например, вот таких масел фирмы Blossom. У меня сейчас, кстати, второй такой с красивыми, видите, цветочками, также с iHerb. Отлично увлажняет кожу, кутикулы, и стоит недорого, и, кстати, на подарок прикольно, смотрите, там, ну, очень красиво выглядит. Это, по-моему, был у меня весенний букет, они разных есть ароматов, ну, там уже не важно, да, нанес на ногти, на кутикулы, отлично. Так, я, кстати, еще когда-то показывала в покупках, ну, вот он у меня валялся там, где у меня все для ногтей, пустая баночка, это Салли Хэнсон, это был такой выдвигающийся розовый стик для ногтей. Вот он был тоже неплохой. Его классно брать было в сумочку или с собой куда-то, потому что он не масло не течет, да, не крем, который нужно как-то наносить на кутикулу, а именно стик. Выдвигающийся розовый такой карандаш плотный, которым можно было прямо вот так вот каждый пальчик пройти, и все, и обратно закрыть и положить, например, в сумочку. Он не тает, он не жирный, он не течет. Я не знаю, есть ли он сейчас на iHerb, я проверю, если да, тоже вам. Я, кстати, как-то там иногда пытаюсь, все ссылки оставляю в инфобоксе, иногда не успеваю, потом, ну, в общем, смотрите, Салли Хэнсон, да, именно стик для кутикулы. Для губ фирмы EOS был у меня бальзам, валялся в одном каком-то из рюкзаков,
в детском смысле, когда нужно было нанести на губы. Ну, такой вот там остатки остались. Неплохой. Ну, фирмы Ios много есть разных бальзамов и запахов. Их, по-моему, кстати, было в упаковке два бальзама. Такой сиреневый, еще оранжевый, куда-то он пропал, потерялся. И вот еще у меня был фирмы Vaseline. Да, это фирма Vaseline. Это тоже бальзам для губ. Он был розового цвета. Я не знаю, видно там или нет. Lip Therapy Rosy Lips. Хорошего качества. Средство быстро увлажняет, питает губы, лечит, если нужно. Единственное неудобство, это вот туда пальцем или чем-то нужно залазить. То есть, если особенно у кого ногти, мне кажется, всегда так неудобно. У меня было железо фирмы Solgar. Я не помню, вот конкретно это я купила на iHerb или все же в Израиле. Пила я когда-то после беременности, еще там во время кормления. И потом уже не пила, но потом закончила. Мне нравится. Это такое нежное, даже пишут Gentle Iron. Не вызывает никакого дискомфорта там, желудка, кишечника и так далее. Все хорошо. Также фирмы Solgar, у меня была фолиевая кислота, которую тоже я пила во время беременности или до, я не помню. А потом, как обычно, знаете, пропиваешь там полбанки, потом уже забиваешь. Но потом я ее как-то там допила. Тоже хороший Solgar. Мне вообще нравится эта фирма. Потом у меня было железо вот в таких конфетках с iHerb. Это витамин B12 с витамином С, потому что железо хорошо с витамином С употреблять. Это именно жевательные конфетки. Мне нравились. Вот я их как-то пропила лучше. Потому что в виде конфет как-то лучше идет. Мультивитамины Vita Fusion пропила. Я не знаю. У меня к витаминам вообще и к всяким добавкам такое вот двоякое ощущение. Ну, я даже не знаю, советовать что-то специальное я не хочу. Когда хочу, пью, когда не хочу, не пью. Я не знаю. Биотин для волос пропила. Сейчас у меня такая же банка. Пью. И был еще у меня... А, вот такие мультивитамины были. Фирмы Gold Nutrition. Это... Ну, тоже. Были и были. Пропила. Не знаю, вот видите, вроде здорово. Вроде все нормально. Я понимаю, там нужно делать какие-то... Ну, сдавать кровь, да, что там хватает, не хватает и так далее. Но я думаю, вот от таких жевательных конфет, типа витамины. Тут, кстати, ну, в составе, если посмотреть, всего-то мало, по чуть-чуть. Не какие-то они там, не лошадиные дозы. Я думаю, хуже не будет. Но никого не призываю. Кому нравится, пейте или не пейте, как хотите. В общем-то, на этом все. Закончила я с пустыми банками. Сейчас их всех соберу и вон. Правда, у меня еще остались банки пустые для волос. Я не знаю, когда их снять. Может, прямо сейчас да закончить. Но мне уже кажется, там длинный ролик у меня получился. Уже, наверное, их придется снимать в следующем году или вообще избавиться от них. Я не знаю. Вот такой я, видите, блогер, которому никак не найти время снять видео. Хотя тем много. Девчонки, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И увидимся с вами очень-очень скоро, я думаю, в новом году. Поэтому я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю нам всем мира, здоровья и добра. И все будет хорошо. Обязательно.